Всем привет! С вами Пенни Пресс. И сегодня я снова на Изидропе. Сегодня снова у нас забег по ширпокейсам. И сегодня в очередной раз мы будем надеяться на то, что Изидроп наконец-то выздоровеет. Ребят, я закидывал на баланс 250 рублей в группе. В группе ВКонтакте взял промокод. Знаете, что самое прикольное? Сейчас палю фишку, пока ее не пофиксили, потому что у меня эта штука срабатывает уже второй раз. Короче, вот здесь вот есть вот такой вот... Ну, закидывают когда промокоды, вот. Тут написано плюс 100 рублей при пополнении от 150. Плюс 100 при пополнении 150. Но когда вы этот промокод начинаете вводить, там написано плюс 150 при пополнении от 100. Все наоборот. Поэтому, ребята, пользуйтесь этой фишкой, пока ее еще просто не пофиксили. И просто халявный полтинник будете иметь. Так, ну у меня, я пополнял 250, 100 сверху прилетело, есть фрикейсы. Не, давай мы сегодня не будем начинать с фрикейсов. Не будем мы начинать с фрикейсов. Потом чуть позже крутанем, посмотрим, что с них выпадет. Сегодня мы снова. Сейчас мы открываем 3 раза быстро. Ну, условия такие же. От 40 отставляем для контрактов. А что там более-менее такое стоящее? Мы в апгрейды будем пускать. Так, не хочет. Он быстро не хочет. То есть, халявный полтинник, короче, ничего... По сути, и не дал, да, нам? Ничего нам и не дал. Ну-ка тут. Если звук маленечко поставить, что будет? То посмотрим. Звук прокрутки, может. Что ты будешь давать? Нихерешки. Ну да. Как бы изик. Изик не это. Не выздоровел. Пока что Изик не выздоровел. Пока что Изик болеет. Температура там у него или еще что-то. Я не знаю, что у него там. Пока что все абсолютно минус. Если... Ну, реально, вот 2 недели контраста. 2 недели контраста. Прям яркого контраста, да? То есть, вот на той неделе бы мне вот эта первая полоска бы, наверное, запросто бы отлетела. То есть, где было 3 скина. А как бы на этой вообще, да? Вот. Первое что-то синенькое, по-моему, да? Что-то первое синенькое из ракет. Ну, тебя мы тогда оставим. Первый окупной кейс за вот сколько? За статен слили. Да. В итоге. И первый окупной кейс. Ну, глубокий рельеф он не окупает. Или окупает. Да. А, так там еще вот эта штука была, да? Так, мы вот... Давай мы за 13 оставим. А вот это вот продадим. Давай еще разочек. Что же? Может лучше снова на эти? Перебраться на... Как они там назывались-то? Там на древние кейсы, да? Посмотреть, что... Ну, нет, я как бы решил, что мы это... Забег по ширпе устроим на этой неделе. Ну, значит, пусть будет забег по ширпе. Ну, лайфлента тут ничего не спамит, да? Значит, ничего путня не выпало. Спираль выпала. Ну, это... Ну, за 29. Это для апгрейда пойдешь. О, это мне, что ли, выпало? А, это апгрейд кто-то делал. А я-то думал, мне выпало. Вот еще одна спираль, да? Ну, не гроза. Не гроза, это уже как бы... Все равно приятно, да? Все равно приятно, что не гроза. А зато здесь алоха. Ну, тебя мы можем продать. Так, давай снова... Снова тебе. 5. Ну-ка, давай как карточки попытаем снова. О, я угадал, да? Ух ты, ну. Ты херня. Так, 6-2, например. А тут я не угадал, да? А где ты? Вот здесь был. Ну. Да, стопудово там. Если нажал я 6-3 бы. Блять, нахуй я 5-6. Ну, давай 6-4. Хотел 2 нажать. Тоже не было. 1-5, ну. Франклин был. Вот здесь был, да. Ну, давай 1-2 вот так. 1-2, ёпт. В смысле не найдено, блядь.
О, я угадал, да. Блин, а там ч... Ну, два угадал хотя бы, да? Я угадал, два. Два угадал, ну... Ну, скучно, ёб твою. Два. Три. Давай, может, десятку крутанем. Может, так будет. Но он не дает, как бы, открывать. Скучно просто выбивать кейсы для того. Ну, тут Виндетта, да, выпадет. Так, ну, 15 рублей можно оставить для апгрейда. Как бы, да, прям не это. Ну, и это для апгрейда можно оставить. Прям не это, прям... Прям неинтересно открывать. Десятка, да, и что? Галиль. Столько Галя выпало. А, нет, еще какой-то Бизон там, да? Бизон какой-то еще там выпал. Так, давай в апгрейды залетим. Посмотрим, что у нас тут есть. Так, 40 рублей мы не трогаем, да? А на 13 у меня как бы меньше там что-то. Сколько? Раз, два, три. Только три скина. Ну ладно, давай. А нет, вот 4. А, 5. 5 скинов у меня, короче, есть. Ну давай мы с минимального начинаем. Давай, начинаем с минимального. Ну, не знаю, может улыбнется удача, да? Не хотит. Так, не хотит, да? Так, что у нас тут? 40, 13, вот ты. Шаллоу Грею. Ну, судя по тому, как она это там... Вообще, не хотит тоже. Снова не хотит. Ну, ладно. Изик, я на тебя вообще не обижаюсь, потому что ты как бы мне столько понавыдавал, что прям... Прям вообще нормально. Как крошка... Крошка Кев. Крошка Кев, прикинь. Крошка Кев. Малышка Рут. Крошка Кев. Крошка Енот, бляха-муха. Сидмит. Ну ладно, хер с тобой, давай. Попробуем Сидмит засидмидить. Ну чё, мог и докатиться, да? А, или ты мне приготовил чё побогаче, да? Ты говоришь... Не нужен тебе Сидмит. Вот мы тебе. Так, ну у меня такой есть. Вот Гидру. Он говорит, Сидмит тебе не нужен, а вот Гидра тебе нужна очень. Да? А вот Гидра тебе нужна очень. Ну, судя по тому, как ты даешь, и мне Гидра очень, не очень нужна, да? И вот еще вторая попытка на Гидру. Вторая попытка на Гидру. И это перелет. Это перелет. Да, уже нечего пробовать. Все, гуляй. Гуляй. Снова шерпа. Так, продаем. О, вообще, да, как? Так, здесь еще 9 баллора, да. Он даже... Не то, что он как бы не выдает. Он даже кейсы не окупает. Он даже не окупает просто кейсы. Просто не окупаются даже кейсы. Вот оно как. Вот как он. Ну, я просто не знаю, что с ним было на прошлой неделе. Да, то есть вот он на прошлой неделе болел сайт или на этой неделе болеет. Да? Чё? Вот африканская сетка, которую можно будет в апгрейд пустить. Так, тут херня. Открываем. Чё? А, у меня 27, да? Ну, ты как-нибудь это бы списывал бы побыстрее. А то я же не понимаю, сколько и чего. Ты меня... О, да ладно. Хуй-то там, да? А сколько ты, интересно, древнее... Как ты там назывался? Вот это древнее видение. Вот это, наверное, заебись бы стоил, да? Может быть. Юсп какой-то. Я как-то скин такой и не это даже не попадался мне. Так, ладно, давай в апгрейды снова.
Что у нас тут в апгрейдах есть? Есть за 13 рублей. Снова попытка Westland Princess забрать. Ух, как он крадется такой прям. Можно прям сказать, на цыпочках крадется, да? Не, ну так-то маленечко коллекция скинчиками пополняется, которые у нас для этого. А это что за звук такой был? Он, смотри, снова тут же остановился, да? Да не, не буду я больше пробовать. Ну, вот такая вот шляпа, вот такая вот. Что у нас вообще по бабкам? Так, доступные для продажи, продать все. 617 рублей. А сегодня пятница, на минуточку. Сегодня пятница, это значит, я закинул уже к пятнице. А, нет, я же со вторника открывал. То есть я косарь закинул, 617 у меня есть. Вот, но у меня здесь еще в бонусах корячится вот такой скинчик. То есть получить. Мне надо еще 250 рублей закинуть. То есть я завтра закину 250 рублей, и я, короче, его получу. Посмотрим, 3 скина будет от 50 до 500. Вангую, конечно, что-то в пределах соточки там будет, да, то есть сильно дорогих не будет, вот. Ну, все-таки я завтра их заберу и посмотрю, что будет, вот. Так, завтра у нас суббота, завтра еще пополняемся. В общем, ладно. На этом тогда все, сами видите, ширпа. Ну, вообще не фартит на этой неделе. Не фартит ни в какую, никакую, никакими. В общем, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, юзайте мой промокод на EasyDrop и, конечно же, кидайте свои, чтобы я мог ими пополняться. Всем пока и до новых встреч!